Работа волонтерского центра по оказанию помощи в связи с эпидемией коронавируса продолжается. В рамках акции «Эстафета добрых дел» партийцы вместе с волонтерами приобретают все необходимое для формирования продуктовых наборов и доставляют их нуждающимся. Так, при поддержке депутата «Единоросса» Павла Чумурлиева было приобретено и доставлено более 50 пакетов с продуктами первой необходимости. Прежде всего, помощь получают одинокие пенсионеры, малоподвижные люди, многодетные семьи.